В Караганде состоялась первая благотворительная ярмарка вещей. Все, кто посетил это мероприятие, проходящее на рынке Гасыр, могли совершенно бесплатно получить одежду или помочь другим, принеся свои вещи. О необычной акции в материале нашего корреспондента. Инициатором ярмарки выступил акимат Октябрьского района. Чиновники давно планировали провести подобное мероприятие. По словам Ибрагима Салиева, председателя АО «Береке 2010», идею властей проведения вещевой ярмарки люди восприняли на ура. Несмотря на то, что акция проводится впервые, она привлекла массу народа. Нравится, очень хорошая ярмарка. Естественно, мы даже сами будем приносить сюда. И, в общем-то, мы для малообеспеченных. Это своевременная помощь малообеспеченным семьям. Мы вот стараемся, вы даже услышали, очень даже обрадовались. Решили тоже сами принести вещи, которые есть. Я нашла на себя, я не нашла, конечно. Оно все маленького размера. Я взяла внучки, я взяла племянницы, я взяла соседскому мальчишке, они опекуны и все это самое. Ибрагим Салиев рассказывает, теперь подобные благотворительные ярмарки будут проходить каждую неделю. Ни одна страна в мире не избежала таких проблем, как голод и недостаток материальных средств. Организаторы ярмарки призывают бизнесменов и руководителей организации оказать содействие в проведении этой акции. Вещи можно принести в администрацию рынка Гасыр. В дальнейшем ассортимент товаров планируется расширить. Вообще-то очень хорошее дело. Почему? Потому что развитие любого государства определяется не только валовым продуктом, но и тем моральным обликом. А моральный облик – это сострадание к ближнему. Поэтому не обязательно там 10 раз поехать в Мекку или в Иерусалим. Достаточно просто дать помощь ближнему, который в этом нуждается. Марк Блюшко, Кайрат Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.